Привет. Продолжим игру. Улучшаем проводку, чтобы она не перегревалась. Еда, удобрение. Давайте удобрение. По идее, нормально все. А, хотел сверху переделать. Сделать манипулятор установить, который я не могу установить, да? Ладно, ждем. И просто манипулятором тут все собрать, чтобы сюда не ползали сами. Сейчас мы делаем алюминий и железо. И также известняк. Но почему-то мы его не делаем. Ожидает материалов. Мы вроде вот делаем, но кто-то уходит у нас. Надо будет последить за этим делом. Вот, известь 5 килограмм есть. Есть же она у меня. Тут нету. Она уже куда-то уйдет у меня, да? На работу. Эти занимаются лестницей. Поручение. Тут никого. Так, снабженца на лечение. Ну, пока мы никуда не уносим. Очищенный углерод нужен. Это куда мне нужен углерод очищенный? Алюминий. Железо. О. Вот сюда мы, видимо, утащили. Да, и здесь 10 килограмм. Очищенный углерод. Я что-то не заметил сразу. Я тут нигде не ставил. Вроде нет. Переработка. Печь для обжига. Вроде здесь углерод делается. Куда бы тебя? Так, пусть тут стоит. Девятка. Цепь перегружена. Ну да, это все здесь. В этой цепи. Я, конечно, могу это все временно перецепить на другие сети. И тут 240 у меня используется. Тут мне вообще ничего не работает. Тут мне насос, конечно. Я могу пробовать, конечно, ввести. То когда они еще это все мне построят, неизвестно. Так, все отменили. Провода. Сделал вот обвод. Соединим. И тут соединим. Примерно так. Девятка строительства. Сюда, сюда. К технологии изучены. Идем дальше по цепочке. Следующее это. Тоже на девятку очищенный. А вот 100, да, будет. Можно тонну сделать. Да. А сюда надо на одну сталь 20 килограмм. 5 стали будет по 100. А, почему? 50. 50 раз могу. Тонна у меня, да, будет? Вообще достаточно. Давайте, наверное, сразу разбить провода лишние. И дождаться, пока построят. Ну да, все равно сейчас спать будут. Кислород нормально у меня. Раз сверху уже нормально. У меня что, водород? Это вода. Тут мне воды что-то нету в системе. Хотя вроде идет. Куда она делась у меня? Мне ж... А, ну да. Тут у меня пусто. Надо в темпе все это делать. Тут у меня что? А, насос. Да, наверное, сразу расцепить. Лишнее здесь. Здесь. И здесь. Все, у меня будет отдельная ветка пока что. Сюда. Тоже на девятку. Так, все тут подсоединили. Сейчас мы сверху, получается, еще. И слева. А, я не достану. Да, это что-то... Не посмотрел даже. Все, осталось только здесь участок доделать. Там сейчас вообще все без воды будет. Давайте мне даже приоритет максимально дадим, пусть достроят быстро. Несут все, что нужно. Все. И что ж тут? 640. Нормально вроде. Пока ничего лишнего не включается. Тут идет производство. Здесь не очень идет. Хотя мы уже переработали много извести. Да, вот сталь уже может производиться. Какими темпами мне тут вода кончится? Так, 67. 69. Надо временно как-то воду добыть. 80 градусов вода. Так, все, он тут по строительству вроде закончили. У меня рабочий свободен. Можно тут
И все перегреется у меня. Остался потом ремонтировать все это дело. Ждем сталь. Давайте тоже. Приоритет. Медь убираем. Ну и сюда тоже пусть таскают. Тоже в приоритет. Нам уже... Что-то я не понял. Я вроде 10 штук делать. У нас уже осталось 20 килограмм. Странно. А, они из этого не спят, наверное, да? Девятка. Девятка. Где у меня потом стали появиться? Уже одна изготовилась. Появилась? Да, здесь появилась. Да, у меня сейчас 100 есть. Надо еще. Извести нету. Очищение тут 20 всего лежит. Что-то непонятно с известью. Все. Уходим сюда. Куда-нибудь 79-80. Строим тут. Давайте пониже. Пока что 50 градусов. Где-нибудь здесь. Как-то так. Тут мы не достанем, да? До стенки, до той. Делаем тогда так. Лестница. Насос обычный пока. Железо давайте сделаем. Уже должны достать с этой лестницы, да, той стены. Вроде нет, не должны. Тогда так сделаем. Тут насос, труба и электричество. Так, и здесь где-нибудь дверь сделаем. Тут тоже можно металлическую поставить. Примерно так. Девятка на все. Исследование готово. Идем дальше. Сюда упреснитель и очиститель руды. Мы вроде на девятке делаем, а никого нет. Кто чем занят? Давайте, наверное, исследование на шестерку. Это же сейчас не так важно. Уже все заняты какими-то доставками и прочим. Еда важна. То, что у меня тут лежит еда и портится. Это нормально. Еще 2 килограмма еды лежит. А, хотя да, у меня еще не полное хранилище. Мы себя опять замуруем, наверное, да? Надо бы снести сразу же. Потом. То есть, скорее всего, полезу сюда. Его ремонтируют, когда я вскрою пол. О, известь печатать. Вот, сейчас будет известь. Снова исследование завершено. Экспресс-машина. Экспрессо. Что у нас там появилось? Паровая турбина, солнечная панель, опреснитель и очиститель руды. Все, дверь в принципе есть. А, сейчас еще лестницу еще построим немножко. Тоже на девятку стенку эту сделаем. Почему не ходит в этот туалет? Если есть другие. Странно. А, можно назначить, да? Копатель и кулинар. Тогда тут копатель, сюда кулинар. Здесь у нас строитель, наука. Тогда строитель, наука. Здесь грузчик, фермер. Грузчик, фермер. Снабженец, врач. Снабженец, врач. Как-то так. Кто бегает сюда зачем-то? Портит мне кислород. Кислород начал скапливаться здесь. Хорошо, тут они как пока моются, они общаются между собой. Настроение поднимается у них. А тут можно девятку тоже сделать.
Почти доделали уже. Еда сняла, 81. А тут, по идее, что у меня? Надо бы каждое утро перепроверять, чтобы у меня все было нормально. Ну ладно, все. А, да. Насос доделать. А почему не доделать? Давайте насос мне доделывать. Видимо, железная руда где-то у меня далеко находится. Все. И удаляем постройки здесь две. Тоже на девятке. 40 раз, но тут меня... Ну, 73. Перегреться не должен сразу. Более охладиться до 52. Это он должен выдержать. Все, уйди отсюда. Так, давайте здесь пока закроем. Закрыть. Отмена на девятку. Давайте на максимум приоритет. Чтобы не лезть сюда пока. Все. Пусть качает. А, перегрет. Ну да, 75,4 тут. Видимо, сверху 89. Ну, не сильно вроде пока перегревается. Повреждения небольшие. То есть температура должна стабилизироваться. И тут должно быть поменьше. Хоть чуть-чуть заполнить систему водой. Тогда тут можно открыть на авто. Пока что. А как мне там поставили-то дела? Да, я уже могу, уже 1000 есть. Даже можно было уже сюда. Да, это снести. Это открыть. Все. И ставим сюда насос. И стали. На девятку. И можно будет снова закрыть. Пусть качает. А он прямо воздух. Из воздуха ловит. Ну, конечно, тут вода мне будет... Он скоро сломается. Мне будет воду отсюда не убрать. Ладно. Закрываем. Здесь девятка. Даже максимум давайте. Он закроет. Все, еда заполнена. Все. И закрыть. Максимум. Девятка. Я тут 76. Обжегся где-то. Опять наверх. А, вот. У меня, наверное, металл тоже есть. На. Да, манипулятор. А, не... Тут воды стало больше в этом месте. Ну, да. Насос сюда надо ставить. Так, у нас что-то прям так. Нет, пониже было. Сюда. Провод. Конечно, горячо будет вам, но надо сделать. Так, иди сюда. Все. Надо кого-то полечить. Снабженца и кулинара. Недееспособен. Где? Вот ты. Ну да, снабженца. Кулинар. Снабжение с максимум. Все, схватил. Девятка. Там, куда он побежал? А, в туалет. Он пусть сломается, потом остынет до внешних температур. И я включу, тримонтирую его. Все, с водой пока дело решено. Тут идет, там идет. Так, кажется, снова будет перегрета вода. Хотя 30. Нормально. Там жидкость 24. А, она в перемешку у меня сейчас идет. 72. Биопринтер. Не хочу никого. Хотя можно потом на еду порубить. Железо готово. Все. Раскопать чуть-чуть. Что у нас тут? Экспресс-машина. Манипулятор. Да, надо на уровень ниже делать. Тут 80 градусов. О, 200 стали. Хорошо. Например, можно его даже сюда поставить, да? И он у нас должен загрузить на вторую ячейку. Сюда, да? И склад. Девятка. А, надо электричество к нему подвести. Девятка. Все еще лечится, а вот она освободилась. Ручка сюда. Даже так перегреваешься. Тут можно тоже лестницу поставить. Все на девятку. Тут все на единицу. Ну да, должен достать.
Исследование... Да, исследование куда есть, да? Все. Насос сломался у меня. Вода по полной идет. Там вроде тоже все заполнилось. Хотя нет. Слишком медленно. А, отовсюду у меня льется. Перегрев опять. 40. Ну, сверху-то у меня 40 градусов. Чего не перегрев? А, вот тут. 75. Вот, манипулятор заработал. И очень быстро заполняется. Опять лезете туда. Хотя можно... Это песчаник, это повсюду много же, да? Должно быть. Можно его не грузить. Песок мы загрузили, можно его скинуть. А, где ты у нас? Фильтрующий материал. А, все, у тебя, да, больше ничего нету. Здесь. Ну, видимо, все. Особо толку мне от этого не было. О, они у меня стену достроили. Это можно удалить. Удалить. Здесь тоже. И здесь. А и тут тоже удалить. Кстати, тут люк. Я думаю, тут еще прокопать. И семечки еще поискать. Колодыхов. Так, утро. Еда полная. Хорошо. Тут тоже заполняется. Ягодами. Тут все у нас. Давайте на сталь на максимум производить. Или нет? Нужна ли мне сталь? А где у меня в этом в списке он? Промышленный ресурс? Нет. Должен же быть очищенный металл. А вот сталь. Ноль. Странно. А, ну я, да, последние же 200 использовал. Ну да, все правильно, читай. Тогда давайте на максимум сделаем. Освободилась койка, сюда строителя давайте. Надо будет сделать палату медицинскую. Может где-нибудь здесь сверху. 36 градусов. И, наверное, я разобью этот резервуар. Пусть распространяется газы, не страшно. Чтобы мне тут не мешался. Кислый газ, природный газ, загрязненный кислород, хлор. Может даже, наверное, стоят тут очистители. На девяточку все это дело. А, я вниз не смогу, да? Тогда, так. Там можно полностью здесь раскопать. И лестницу пока сюда сверху. Пока что на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.